Уве на выборах депутатов села Эргибарлык победили кандидаты от «Единой России». О результатах выборов депутатов Хурала представители сельского поселения Сумон Эргибарлыкский Бурунхемчикского района Тувы 4-го созыва главе республики Шалбану Кураулу доложил председатель избирательной комиссии региона Олег Фортуна. В единый день голосования 10 сентября избирались 11 депутатов Хурала представители по 11 одномандатным избирательным округам. По ним были зарегистрированы 20 кандидатов. Это 11 представителей партии «Единая Россия» и 9 самовыдвиженцев. Выборы состоялись во всех избирательных округах, в них приняло участие 66,34% избирателей. В результате в Хурал представителей сельского поселения избрано 11 депутатов от Всероссийской политической партии «Единая Россия». Экономические, социальные вопросы и приоритетные направления в развитии региона – эти темы стали главными на очередной встрече главы Тувы Шалбана Караула с представителями СМИ. В здании правительства региона прошло заседание клуба главных редакторов. В начале беседы Шалбан Караул рассказал об итогах его встречи с президентом Монголии в рамках Восточного экономического форума, который проходил во Владивостоке. В частности, говорили об энергетическом коридоре. По словам главы Тувы, прохождение линии электропередачи в Монголии через Туву многое даст региону, а именно устойчивую сеть энергосбережения, снабжение и снижение цен на электричество. Если каждый по своим курениям начнет там строить гидроэлектростанции или атомные электростанции и так далее, когда буквально под носом есть мирового масштаба там Сайно-Шушская ГЭС, на мой взгляд, это неразумно. И в этом отношении наша инициатива вместе с федеральной сетевой компанией, она совершенно такая вытекающая из человеческой логики. И в этом отношении то, что предлагается мощности Сайно-Шушского ГЭС направить в Западную Монголию, закольцевать эту линию с китайской электросетевой хозяйством и обеспечить определенное такое вот индустриальное развитие Западной Монголии, на мой взгляд, в этом только выигрыш есть. Еще одной важной темой стали дорожные проекты. По словам Шалбана Караула, основные шаги в этом направлении уже сделаны. Подписан ряд важных соглашений, в том числе и по созданию трансграничного коридора для развития торгово-экономических связей между Монголией, Россией и Китаем. Реалистичным стал и проект строительства железной дороги Курагина-Кызыл. По словам главы Тувы, планируется, что РЖД, как госструктура, возьмется за реализацию этого проекта, затем будет привлекать частный капитал. Частный интерес является движителем прогресса. Поэтому в этом отношении совершенно естественно, что главными заинтересованными лицами должны быть частные компании России, Китая, Монголии. И вот эту тему поиска частных инвесторов нужно развивать, содействовать тому, чтобы больше появлялись вот инвестиции, в особенности частные инвестиции. Но я почему-то уверен в том, что строительство инфраструктуры, прежде всего, это государственная задача. Поэтому чем больше будет вовлечено в это дело государственных структур, в особенности готовность сейчас проявляет РЖД, что он будет оператором строительства, а потом уже в последующем возврат государственных денег будет уже через частные там заинтересованные инвестиции, компании, которая будет пользоваться этой железной дорогой. Мне кажется, это более живая схема. На встрече также затронули вопросы привлечения туристов в регион, реализацию образовательных программ, обсудили приоритетные направления в развитии Тувы. И в заключение глава региона добавил, что лишь благодаря взаимодействию власти, СМИ и общества возможно сделать наш регион процветающим и конкурентоспособным. Курсы валютные сегодня таковы. Доллар вырос на 17 копеек, и сегодня американская валюта стоит 57 рублей 17 копеек. А европейская валюта, напротив, подешевела. Правда, всего на 4 копейки. На сегодняшний день евро стоит 68 рублей 65 копеек. В Туве пожарные спасли двоих мужчин из горящего подвала. В центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о том, что в одном из многоэтажных домов по улице Ангарский бульвар идет дым. На место вызова прибыли пожарные, которые обнаружили задымление в подвальном помещении многоквартирного дома. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Установлено, что пострадавший мужчина уронил сигарету на матрас, на котором спал. По данным МЧС региона, пострадал один человек.
Во время проведения разведки на полу помещения обнаружено двое мужчин без определенного места жительства, которых вынесли на свежий воздух. Мужчину 1964 года рождения, который получил термический ожог спины, передали прибывшим на место врачам скорой помощи. 200 бутылок контрафакта изъяли полицейские в поселке Кахем. На улице Большевистской сотрудники ГИБДД остановили для проверки автомобиль отечественного производства. За рулем находился 59-летний житель села Усть-Илегест. В ходе досмотра в салоне машины полицейские обнаружили внушительное количество спиртного сомнительного качества. Все бутылки были без акцизных марок. Сейчас полицейские выясняют происхождение контрафактного груза. Алкогольная продукция изъята и направлена на экспертизу в экспертно-криминалистический центр МВД по Республике Тыва. По данному факту ведется проверка, по результатам которой будет принято надлежащее процессуальное решение. В действиях водителя, 59-летнего жителя села Усть-Илегест, усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 15.12 Кодекса об административных правонарушениях оборота алкогольной продукции без маркировки, в случае, если такая маркировка обязательна. За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения, то есть алкогольной продукции и транспортного средства. Часто болеете и простужаетесь? Слабый иммунитет? Выход найден! Солевая пещера «Ассоль» – морской курорт в двух шагах от дома. Наш адрес – Калинина, 3/3. Нужны деньги? Приходите к нам. Займы под залог телевизора, ноутбука, телефона и бытовой техники. Улица Кочетова, 93, торговый центр «Лакомка», второй этаж. Уютный дом предлагает большой ассортимент пластиковых панелей, потолочные, настенные, разнообразные цвета и рисунки. Они стильно и современно смотрятся в любой комнате. Айона Курседи, 54. Участники проекта «Социальный картофель» начали собирать свой урожай. Весной текущего года более 1300 малоимущих и многодетных семей из 18 муниципалитетов получили около 34 тонн семян картофеля по 25 килограммов на одну семью. Стоит отметить, что в этом году «Социальный картофель» стал частью приоритетного проекта Министерства труда и социальной политики региона «Шаги к благополучию». Показателем результативности является получение гарантированного урожая картофеля и обязательное оставление семенного фонда картофеля на следующий год в количестве не менее 25 килограммов. Таким образом, в следующем году новые семьи-участники получат соцподдержку в виде семян, а участники 2016 года высадят картофель, запасенный с нынешнего урожая. Наибольшее количество участников, по 85 семей, в Дзунхемчикском, Кахемском, Кызылском, Сутхольском, Тандинском, Тесхемском, Улукхемском и Ерзинском районах, городах Кызылы и Агдывурак. В зависимости от плодородности почвы определенных местностей, жители планируют получить от 7 до 11 с лишним тонн картофеля в одном районе. В Байтайге и Чехоле социальный картофель высадили по 75 семей. 74 участника у Пихемского района. В Барунхемчикском и Авюрском районах в проекте участвуют по 65 семей. В труднодоступном Терехольском районе картофель высадили 30 семей. За получением социальной поддержки на основе социального контракта обращается один из членов малоимущей семьи. Заявление с МОНа администрацию по месту постоянного жительства. Основной целью проекта «Социальный картофель» является реализация трудового потенциала семей, повышение уровня социальной ответственности граждан. Основными задачами проекта является выход из трудной жизненной ситуации семьи, самообеспечение семьи натуральным продуктом в течение года, самозанятость членов семьи. Критерием отбора является малообеспеченная семья и ранее не получавшая социальную поддержку в виде картофеля. В Туве разработана дорожная карта по увеличению продолжительности уровня жизни. Она состоит из двух комплексов мер, направленных на формирование здорового образа жизни и снижению смертности населения на территории региона. В Кызыле должны появиться торговые точки для продажи диетических продуктов местных производителей. Также в комплекс мер по снижению смертности населения входит 4 основных направления. Снижение смертности от болезней системы кровообращения, дорожно-транспортных происшествий, новообразования и от туберкулеза. Стоит отметить, что Минздрав Тувы
обеспечит сбор анализов таких болезней, как анемия, ожирение, гиперплазия щитовидной железы. Так, в рамках дорожной карты планируется пропаганда здоровых продуктов. Отдельно прописаны меры по профилактике алкоголизма, наркомании и туберкулеза. Также продолжатся совместные рейды по выявлению фактов незаконной торговли алкоголем. В рамках сотрудничества с органами местного самоуправления планируется открытие центров помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения в Агдувураке, Шагонаре и Чедане. Эта мера направлена и на снижение уровня общей преступности. Лучшим спектаклем на третьем международном фестивале театров кукол «Путь кочевника» признана работа молодого театра из Тувы. Фестиваль проходил с 3 по 7 сентября этого года в городе Улан-Удэ. На суд жюри фестиваля тувинские артисты-кукольники представили спектакль «Белек», который вызвал множество положительных отзывов театральных критиков. «Белек» – первый цветной теневой спектакль в Туве. Техника представления, напоминающая анимационный фильм, близка и детям, и взрослым. В легкой увлекательной форме в нем повествуется о вкладе тувинского народа в победу советской армии над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. В ходе постановки зрителям представлено много интересных фишек. На брифинге, который состоялся в Малом театре «Тет-а-тет», артисты признались, что игра с тенью и стала главным козырем перед другими участниками фестиваля. Когда даешь свет контролю, дает цветной тень, цветной тень, да? Это простота. Польский критик Марик после спектакля специально подходил, смотрел, трогал. И очень просто говорит, и в то же время как бы... Чудесный рассказ. Война глазами маленького мальчика тот же. Отец ушел добровольцем на фронт и пишет письма. Конечно, мальчик не может знать, кто такие фашисты, и видит их в образе разных понятных чудовищ. Змеи в касках с крестами, пауки. Сегодня спектакль был представлен маленьким зрителям. Спектакль идет 30 минут без антракта, но дети за время просмотра нисколько не устали. Четырехклассница Татьяна Мамонтова поделилась, что ей особенно понравилось музыкальное сопровождение спектакля. Мне понравилась музыка. Сначала была такая спокойная музыка, а когда резко начал барабаны, стало немножко даже не по себе. А юный зритель Кирилл Андар провел параллель между главным персонажем, мальчиком Адыгжи, и собой. Говорит, что у первого есть много качеств, которые он хотел бы видеть в себе в будущем. Он обладает качествами героя, храбростью и героизмом. Еще он любит своего папу и маму. И оленя. Автор пьесы, режиссер-постановщик Айдыс Чедамба показал нашей съемочной группе «Святую святых» Малого театра «Мастерскую», где из эскизов претворяют в жизнь героев будущих постановок. На самом деле мы сейчас находимся в центре, в сердце театра кукол, потому что здесь у нас изготавливается все самое главное. Здесь у нас шьются костюмы, здесь у нас изготавливаются куклы. Осторожней. Сейчас мы пройдем в пошивочный цех. Раскрою небольшой секрет. У нас идет новая постановка, мы его готовим выпустить. Называется она «Дочь лесного царя». Это платье одного из персонажей. Все делаем сами, вручную. У нас свои специалисты здесь, которые изготавливают куклы, шьют, режут, вяжут. Ну, все, что связано, на самом деле, с производственной частью театра. Потому что театр, в принципе, как таковой, это не только артисты. И или свет, или звук. Это огромный цех по выпуску спектакля. На самом деле, можно театр характеризовать вот таким вот образом. В маленьком помещении царит творческий беспорядок. Здесь трудятся три мастера. Как говорит Айдыс Чедамба, часто художников и мастеров не хватает. Вот и приходится Ариадне Тенгатул, художнику-бутафорщику кукольного театра, работать иногда и в выходные. Как признается девушка, она нисколько не жалеет об этом, ведь результат того стоит. Правда, я не думала, что такое может произойти. Но в руках умелых людей видно, что они оживают. Если так вспомнить с детства, как дети играют с куклами, в воображении детей они оживают, а в руках актеров и тех же детей, которые на них смотрят,
все становятся живыми. Сегодня в мастерской работа кипит, ведь очередной театральный сезон уже скоро. Откроется он спектаклем «Дочь лесного царя». Между тем, артисты кукольного театра делают наметки уже на 4-й международный фестиваль театров кукол, который пройдет в городе Санкт-Петербург в 2019 году. Одним из вариантов работ, которые они представят перед жюри, это спектакль «Перо черного грифа» по мотивам повести Кожугета Шойгу. Кубок главы Тувы в международном турнире по национальной борьбе «Хуреш» завоевал борец из Монголии. В состязаниях приняли участие 8 команд и более 70 спортсменов из Тувы и Монголии. Первый день боролись сборные команды по системе «стенка на стенку». В четверку сильнейших команд вошли борцы Улукхемы из Афханского района. В финале встретились команда Уфс-Аймака Монголии и сборная Тувы номер один. Последние одержали победу на первом дне соревнований. За упорство и достойную борьбу спортсменов отметил глава Тувы Шалбан Караул и вручил команде приз в размере 300 тысяч рублей. На второй день состоялось абсолютное первенство турнира. За звание чемпиона боролись 76 человек. Интригу добавили спортсмены из Монголии. 8 из 13 приехавших борцов титулованы. В итоге в финал попали Айдын Ачурап и Намсрайжаб Бацурь. Последний стал чемпионом Кубка главы Тувы. Ему присудили чемпионство и денежный приз в размере 100 тысяч рублей. Завтра местами по республике Тыва ожидаются сильные дожди, грозы, град. Порывы северо-западного ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, а местами и до 25 метров в секунду. В Кызыле будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 17, плюс 19 градусов, ночью плюс 8, плюс 10. По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки в Туране облачно без осадков. Температура воздуха утром плюс 10, днем плюс 14. Такая же погода ожидается и в Ирадане. На Полке пасмурно без осадков. Температура воздуха утром плюс 7, днем плюс 12. В Танзибее также пасмурно без осадков. Температура воздуха такая же утром плюс 7, днем плюс 12. По всей трассе проезд удовлетворительный.